Что же такое сциентизм? Напомню, что сциентизм – это такое философское мировоззрение, с точки зрения которого науке отдается решающее предпочтение. То есть не только в обществе наука должна играть решающую роль, но также в любой области наука может говорить о том, что есть истина и что есть ложно. В связи с этим возникают некоторые вопросы, потому что истина бывает на самом деле не только научной. Также истина может быть философской, она может быть религиозной, также она может быть истиной искусства, например, художественная истина. Все эти истины также важны и не менее нужны для человека. Но, однако, наука в лице определенной общественной организации, всемирной, она хочет захватить монополию на власть, скажем так, в этом интеллектуальном смысле. Ну, что можно сказать? Если даже не вдаваться в какие-то конспирологические теории, чего я не собираюсь делать, мы все же можем увидеть, как наука очень часто может противостоять демократии. Да, то есть в каком-то смысле наука и демократия конфликтуют между собой, и я предлагаю всем поразмыслить над этим.